Дорогие друзья и зрители нашего канала, с чего бы начать? Сегодня будет очень интересная информация. Лучезарный резорт, господа. Но это не просто какой-то обзор на лучезарный резорт, все гораздо серьезнее. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь, собственно говоря, у своих телеэкранов. Сейчас немножечко зелени и дальше, соответственно, Евгения, которая не любит сниматься. Это Евгения, скажите, пожалуйста, почем? Почем сегодня? Почем у нас сегодня номера? От 16600? Да, с клиентами. От скольки? Надо посмотреть, не помню. 16600? Скидка, все понятно. Нужно узнать, уточнить, Евгений узнает точную информацию. Хорошо. Хорошо, да, да. Дорогие друзья, значит так, с вами Дмитрий Александрович, семья, всем привет, это Сочи, Красноярский край. Друзья, значит, это все как бы лирика, это все шутки. Евгений у нас работает в отделе продаж. У нас продаются с вами номера уже готовы, но у нас еще с вами продается, соответственно, и стройка. Цены у нас на сегодняшний день от 16 700 тысяч рублей, там 16 600 с копейками. Вот, у нас есть с вами за... От 17 с копейками в первом корпусе. У нас есть с вами номер за 18, за 19, за 20, за 21, за 26, за 46, за 36. Много номеров. Сегодня я покажу два интересных номера. И они уже полностью с ремонтом. Люди приобретали в свое время, никогда не сдавали. Только жили и сами отдыхали, купались и так далее. Но, может быть, кто-то захочет приобрести стройку, например. То есть я вам сегодня покажу пару номеров по цене, которые сейчас идут в стройке. Есть вот даже в одном корпусе, там цены гораздо значительно выше, там почти что по 30 миллионов рублей. Вот. Значит, сразу по поводу территории и по поводу, соответственно, окупаемости и всей этой истории. Смотрите, давайте сразу будем, если мы будем с вами говорить про пассивный доход, непосредственно про пассивный доход, то, дорогие друзья, исключительно, это у нас с вами минимум, дорогие друзья, ну лет 12. Это минимум, это надо понимать. Это надо принимать. Хотите вы этого или не хотите? О, Камила тоже здесь. Опа-на. Камила тоже здесь. Камила тоже здесь. Привет, как дела, как жизнь? Лучезарные апартаменты. Смотрите, она сидела в телефоне, что-то делала. Я правильно все сказал? От 16 600? Ну, да. Точно? Угу. Как настроение? Отлично. Женя не дала нам интервью. Можно, конечно. Стройки. Слушай, я зашел в какой-то корпус 28 миллионов. Это что у нас получается? Это вот стройка, пятизвездочный корпус, там минимальная. Уже теперь 28 миллионов? Да, 28. Вы все распродали? Да. Ребята, они все распродали. Это просто какой-то ужас. А были еще цены месяц назад от 17 миллионов? Ну, от 17? Да. Все распродали? Да. Теперь 28? Хорошо. Я тут взял пару апартаментов с ремонтом. За 18, за 21 с ремонтом. Пойду покажу. Не за 28, без ремонта. 28 без ремонта, это пятизвездочный корпус, 45 квадратных метров с террасой и прямой вид на море. 45 квадратных метров, прямой вид на море. И собственно, терраса. Сколько квадрат? Порядка. Хорошо выглядишь. Правда. Молодец. Не будем отвлекать, я как обычно ворвался, как невоспитанный человек. Вот. Значит, 28 миллионов с террасой со своей. И это у нас пятизвездочный корпус, который, собственно говоря, возводится вот здесь. Вот здесь. Друзья, еще месяц назад были цены от 17 с копейками. И ничего не осталось, пока вы, собственно говоря, сидели и думали. Каждый день приезжают клиенты, каждый день. Ни для кого не секрет, что Дмитрий Александрович прожил здесь, в первом корпусе, на сегодняшний день уже почти 40, не почти, а больше 40 дней. Больше 40 дней Екатерина Андреевна мне позволила, собственно говоря. Она сказала: Дмитрий Александрович, у тебя аллергия, тебе надо, собственно говоря, отдыхать. Я говорю: Екатерина Андреевна, когда отдыхать? Работа, не покладая рук. Конечно, я здесь только приезжаю ночевать, но тем не менее я на этой территории прожил. И я вам хочу сказать, что комплекс качает нереально. И в этом году он закачает просто, потому что у него 100% заполняется. Самый маленький номер, в котором я проживал, ну, с балкончиком, со всеми делами, там 20,5 или 22 там, квадратных метров. А еще месяца, значит, полтора назад был 5 тысяч в сутки. А сейчас 8 тысяч в сутки, а летом 15, и уже у них почти не осталось ни одного. Вот попробуйте забронировать на летний период времени хоть какой-то номер, и вы не забронируете. 15 тысяч в сутки. Ребята, качают. В чем преимущество? Я вам объясняю. Территория 3 там, гектара, но дело не в территории, не в детской площадке, не в красивом озеленении, не в корпусах, ни в чем в этом. Во-первых, два шикарных бассейна. И эти два бассейна, они, соответственно,
в пешей доступности к морю. То есть вот несколько метров вы прошли, и вы на море. Вы видели неоднократно, как я, собственно говоря, да, купался. Я купался непосредственно после работы здесь. Здесь у нас ресторанчик рядышком. Вот он. И, собственно говоря, вот мы заходим и посещаем. Посмотрите, сколько стоит посетить эту всю историю, если вы просто пришли с улицы. Летом вас сюда не пустят, только вне сезон. Летом здесь только свои, поэтому, дорогие друзья, вы не попадете, не попадете. Бассейн 2, второй я вам сейчас тоже покажу, когда пойду показывать вам еще один, соответственно, номер. Привет. Все время охраняют вас безостановочно, следя за вашей безопасностью. Сегодня людей мало, но на самом деле в будни и в выходные дни, когда солнце, людей просто немерено. Немерено. И вот самое главное преимущество всей этой истории, то, что вы простенько два шага сделали, и вы, соответственно, уже купаетесь на море. Два шага. Здесь, соответственно, свои лежаки, вы загораете, купаетесь, отдыхаете. Это самая комфортная для вас история моря сегодня. Просто потрясающе. Посмотрите, какого вида, изумрудного вида просто море. Кайф, да и только, господа. Вот, поэтому, собственно говоря, цены, которые у нас в комплексе, я вам уже озвучил. А сейчас спокойно зайду в первый корпус, покажу вам один номер с ремонтом. Потом зайду еще в девятый корпус и покажу второй номер с ремонтом. Но, если вы хотите приобрести здесь стройки, у них, кстати, будет свой собственный бассейн. Он возводится за рестораном. Сейчас я вам тоже покажу все-таки, давайте быстренько, чтобы у вас было понимание. Я вам покажу, где это происходит. Много здесь туалетных комнат. Нет, на самом деле все комфортно, реально комфортно, очень комфортно и очень даже удобный комфорт. Народу просто немерено. Сегодня понятно? Нет. А так народу просто немерено. Вот смотрите, здесь будет у нас бассейн отдельно для пятизвездочного корпуса. Он уже в полном, так сказать, фактически, на самом деле, это почти уже полная готовность, потому что его уже залили. Сейчас будет монтаж, и я думаю, что летом уже будет полным ходом функционировать. У них будет свой собственный бассейн. Это отдельная история. Здесь можно покушать, и там отдельно у нас проходит завтрак, и тоже можно покушать. Я вам точно говорю, со всей ответственностью заявляю, абсолютно, это, знаете, не какая-то там реклама, просто наши подписчики тоже говорят: Дмитрий Александрович, мы... Есть срочность там в деньгах, мы готовы один апартамент, два апартамента продавалось за 20. Прошу прощения, сбили у меня съемочный процесс, как обычно, звонком. Причем уже поставил самолетик и все равно каким-то образом дозвонились до меня. А, дозвонились по WhatsApp, по Wi-Fi, вот как произошло. Кстати, на всей территории у нас ловит абсолютно здесь везде Wi-Fi. Везде, абсолютно в любых корпусах, проверено. Вот, и значит, так, сейчас мы, ага, опять. Тут Евгения, смотрите, опять Евгения. Вот она, смотрите. Сейчас мы ее... Вот она. Так, все. Так, дорогие друзья, вон она, смотрите. Вот она. Это лучший менеджер по отделу продаж, вот она. Никогда, я говорит, не люблю сниматься, не хочу, не буду сниматься. Никогда, говорит Дмитрий Александрович, я не дам вам интервью, никогда, абсолютно, слово совсем. Евгения, вы продали все апартаменты по 17 миллионов, осталось от 28. Я в шоке просто. Так, смотрите. Вот этот корпус мне нравится больше всего. Объясню свою позицию. Во-первых, близко к парковке. Парковка у нас есть с этой стороны, есть с этой стороны. Масса места хватает, все нормально. Вот, близко к парковке. Да, кстати, отвечаю на ваш вопрос. Бассейн круглогодично подогреваемый. И этот большой бассейн, который я вам только что показал. И второй бассейн, который я вам еще, соответственно, покажу. Вот детские площадки, спортивные площадочки. Это все здесь есть. Но самое, еще раз говорю, основное, что всех привлекает, это то, что, собственно говоря, ну как, не то, что пешая доступность до моря. Просто вы два шага делаете, и вы упали в море. Вы все равно летом приехали, вам что по кайфу? Вам по кайфу однозначно море, правильно? Это вам нужно. Вам же не нужен там бассейн. Ну, бассейн это хорошо, базару нет, но вам важно море. А море, как бы, это кайф. Согласны? Это вам не бассейн. С флоркой как ни крути. Но в межсезонье вы можете спокойно это делать, соответственно, и в бассейне кайфовать. Ну, а сейчас раз и на морюшко спокойненько пошли. Я уже, например, купаюсь полным ходом. Здесь детям покупаете всякую гадость, чипсы, водичку и так далее. И, соответственно, автоматически открываются двери, и вы заходите. Здесь у нас зона ресепшена. Здесь вам, собственно говоря, наливают травяной чай, и вы все в релаксе у нас. Здесь вас миленько встречают все девушки, все говорят вам, что номера летом будут по 15 тысяч. Вы обалдеваете, соответственно, и все, и покупаете себе номер отдельно.
Вот такая вот здесь зона. Здесь можно что-то прикупить, какие-то поделочки, кофеечек и так далее. Все аккуратненько, все клево, круто. Я прожил на первом этаже здесь, вот здесь я прожил. Уже у меня там идет уборка, кстати, полным ходом. Я здесь прожил долго-долго. Давайте покажу вам сейчас, если здесь как раз... Да, как раз в моем номере убираются. Меня уже выселили. Меня уже выселили. Ну, в общем, у меня идет уборка. Все нормально? Я там ничего не забыл? Нет. Все хорошо. Нет, я просто спрашиваю. Я потому что все вещи таскал все утро. Поэтому, ну ладно. Ага, спасибо. Спасибо большое. Вот, здесь я как бы прожил. Как бы классный номер, обалденный вообще. С головой хватает. Вот. Пока Екатерина Андреевна занималась там ремонтом, полным ходом. Дмитрий Александрович, ну вы понимаете, да, собственно говоря, чем занимался. Ну вы думаете, отдыхом? Да рабочий процесс, друзья, рабочий процесс полным ходом. Вот поднимаемся, смотрите, какая красота в лифте, нажимаем на 6-й этаж и с вами нажимаем на кнопочку и быстренько поднимаемся. Еще раз говорю, мне первый корпус нравится больше всего. Близко к парковке, близко к бассейну большому, близко к сауне, которая рядом с бассейном, я не знаю, заметили вы или нет. Близко к морю, все это в пешей доступности. Ребят, я испытал такой кайф, прожив здесь 40 дней. Просто реально, я с огромным удовольствием проезжал каждый день по 40-50 километров только в одну сторону на работу и возвращался. Я потом поздно возвращаюсь, там 11-12, там я могу спокойно рано поехать, без проблем, без пробок. Но я испытал кайф, реальный кайф, потому что, ну, все-таки, когда ты живешь, если бы у меня были свои апартаменты, я вам честно говорю, отвечаю, я бы здесь жил. Я бы здесь жил, ну, по крайней мере, ну, 2-3 месяца в году по-любому. Спокойно, в тишине, никто не орет, не кричит, рабочий процесс. Я с огромным удовольствием проезжаю 100-150 километров в день и потом еще там мотаюсь по объектам и так далее. Ну, без проблем. Без проблем. Точно вам говорю. Смотрите, какие видовые характеристики здесь везде. Вот так вот. Раз. Смотрите, в любом коридоре. Смотрите, красота. Вот такие вот видовые характеристики у нас. В любом абсолютно коридоре. Везде видеонаблюдение. Вот такая красота. Здесь еще внизу, кстати, песочный такой пляжик есть. Рядом с детской площадочкой. Видите, вот детская площадка, которую мы с вами смотрели. И рядом здесь еще песочный пляж. Вот Дмитрий Александрович, машина припарковалась. Видите, тоже вот она. Вот она. Вот такая красота. Сегодня море просто потрясающее. Мне так жалко, что мне сейчас надо срочно. Мы квартиру еще очередную берем сейчас на ремонт. И мне надо срочно-срочно бежать, договор подписывать. Вот, я бы с огромным удовольствием искупался, с огромным удовольствием. Так, сейчас я вам покажу номер. Задурил, дорогие друзья, вам голову и себе в том числе. У нас третий этаж, на 6-м этаже у нас гораздо более дорогие апартаменты. Сегодня мы вам их показывать не будем. Здесь у нас на 3-м этаже набираем пароль. Я вижу пароль. Я вижу ориентир. И попадаем, соответственно, в свои апартаменты. 21,5 квадратных метра. Еще раз говорю, люди никогда не сдавали, жили. Мне первый корпус нравится значительно больше. Двухспальная кровать, все необходимое для жизни. Все здесь есть. Именно в таком апартаменте я, соответственно, и прожил 40 дней. С огромным удовольствием бы прожил еще больше. Очень все комфортно. Ну, все, еще раз говорю, есть, что необходимо для жизни. Абсолютно все есть. Там холодильник, там электроплита. Я, правда, ей не пользовался. Вы знаете, что да, я как бы это заказывал. Собственно говоря, еду. Ну, здесь есть возможность что-то приготовить и так далее и тому подобное. Гардеробный шкаф достаточно вместительный, не будем как бы все это дело освещать. Есть кондиционер, система оповещения, здесь все необходимое тоже для жизни. Здесь, видите, даже люди стиралочку поставили, как бы, да, тоже, кстати, очень удобно. У меня с такой функцией опции не было. Вот, и теплые полы, естественно, здесь еще вот, подогревается стена вот эта вот, сушить удобно вещи. Ну и, конечно, изюминкой является балкон. Изюминка является балкон здесь, потому что он прекрасен. Он прекрасен, выходите, соответственно, и есть место посидеть, отдохнуть шикарным видом, я как считаю, ну, мое мнение, шикарным видом на море, в сторону бассейна. Вот фактически видите отсюда любимую, детей и так далее. Видите, соответственно, свою машину припаркованную, вид на зелень. Ну, в общем, все чудесно, все прекрасно. Ну, мое мнение как бы такое, да. И даже как ваши дети играют, вы тоже видите и можете их всегда позвать. Эта история у нас на сегодняшний день по цене 21 миллион рублей. Это. Сейчас покажу, который за 18. Тоже продавался за 21, но сейчас на сегодняшний день прям есть определенная срочность, поэтому 18 миллионов рублей. Этот номер мне очень нравится. Вот прям по душе. Вот такой бы номер я с огромным удовольствием хотел бы себе иметь. Искренне вам говорю. Просто, ну, супер предложение. Прям бомбический вариант. Так, ну что, выходим. Нас автоматически, как обычно, встретили. Так, смотрите, первый корпус можно обойти, соответственно, с двух сторон. Можно обойти с правой стороны, можно обойти с левой стороны. С какой вам, собственно говоря, комфортно, абсолютно. Вот с какой вы себе выбираете. Ну, давайте.
Ну, давайте справа пойдем. Без разницы, не имеет никакого значения. Можно вдоль моря, можно здесь, соответственно, прогуляться. Давайте прогуляемся, немножко с вами поболтаем. Как же, собственно говоря, меня супруга отпустила, да, на такое огромное количество времени пребывать, собственно говоря, в одиночестве. Дорогие друзья, доверие. Доверие. Это первый вариант ответа. Второй напишите вы. Надоел. Я и надоел просто, понимаете уже. Ну что, меня дома все равно не бывает. Я все время в рабочем режиме, рано ухожу, поздно прихожу, никто меня не видит, я никого не вижу особо. Вот. А здесь, вот смотрите, на самом деле, какое преимущество было. Мы здесь все равно строили несколько выходных, и буквально где-то примерно 4 дня мы провели вместе, дорогие друзья. Вот, смотрите, у нас здесь с вами 7-й корпус, 8-й корпус. Там у нас сейчас еще корпус. Здесь у нас дальше, соответственно, пошел 6-й, 5-й, там у нас 4-й. Там у нас еще есть один бассейн. Нам как бы надо в 9-й, но я могу сейчас дойти, просто показать вам бассейн, чтобы у вас было понимать. Или нет, давайте смотрите. Я вам покажу сначала апартамент, а потом, соответственно, покажу вам бассейн. Хорошо? Ну, так будет комфортно. Потом прогуляюсь уже. Вот, напишите, пожалуйста. Но мы 4 дня где-то примерно здесь встречались, хорошую погоду, выходные брали детей и проводили вместе. Это кайфово, просто кайфово. Видите, иметь такие апартаменты. Они сдаются. Потом раз сам приехал, отдохнул, поплавал на море, ну кайфанул. Ну что, плохо что ли? Ну круто же, ну просто крутяк. Крутяк, да и только. Так, мы с вами на втором этаже, в 9-м корпусе. Тоже все у нас на видеонаблюдении. Полным ходом всегда идет уборочка. Та же самая история, здесь набрали, соответственно, пароль. Попали, соответственно, в свой апартамент полностью, да? То есть без проблем. Здесь повесили вещи, здесь сложили обувь спокойненько, да? Без проблем. Вот, видите, здесь еще раз говорю, люди живут на постоянке. Ну, в смысле, я имею в виду, приезжают иногда. Иногда приезжают, поэтому, собственно говоря, никто здесь никогда ничего не сдавал. И здесь личные вещи людей, как вы видите. Вот детские халатики. Хорошая душевая, мне очень нравится такая, знаете, и по оттенкам, и плиточкой. Она просто большая, вместительная, это классно. Здесь, естественно, инсталляция. Здесь, конечно же, пожалуйста, та же самая маленькая история со стиралочкой. Круто, удобно. Ящички, раковина, классное зеркальце, все. Слушайте, это тоже имеет место быть история. Вот сейчас люди скинули 3 миллиона рублей. 3 миллиона. Продают уже, продавали за 21, сейчас продают за 18. Хотя здесь 26 квадратных метров. Квадратура здесь больше. Также здесь теплые полы. Все, так сказать, здесь продумано, сделано, зеркальце, все дела. В общем, все достаточно неплохо. Вытяжка. Вот, поэтому чисто срочность. Чисто срочность. И здесь, да, здесь нет такого, может быть, шикарного вида на море, как там. Но имеет место быть. Обеденная зона, прикроватные тумбочки, подсветочка, тоже двуспальная кровать. Кухонка полностью, абсолютно тоже так же аналогично оборудована. Все функционирует, холодильничек. Все, дорогие друзья, здесь есть. Абсолютно так же, как и там. Вот, холодильник, то есть все есть. Все в рабочем состоянии. Здесь даже туалетный столик с зеркальцем, пожалуйста. Тоже телевизор. Все есть, да. Вид немножечко другой, но он компенсируется в данном случае здесь ценой. Вышли, посидели. Ну, боковой вид хорошо. Боковой вид мы имеем здесь. Боковой, конечно, боковой. Не спорю. Ну и райся в 3 миллиона рублей. Поэтому, собственно говоря, как бы есть о чем, дорогие друзья, подумать. О чем, собственно говоря, подумать. Вот, поэтому думайте. Не мне за вас, собственно говоря, же думать. Да, вам думать надо. Так, что я еще обещал вам? Я обещал вам сейчас дойти до бассейна, до второго. И там мы, собственно говоря, подытожим. Два номера я вам показал. Все, я, в принципе, вам сказал. Сейчас мы его с вами подытожим. Так, наш родной 1-й корпус, наш родной 9-й корпус, наш родной 7-й корпус, 6-й, 5-й. Так, ну что, я сейчас вам покажу еще бассейн один, да, и на этом, собственно говоря, подытожим. Еще территория благоустраивается, еще достраивается кое-что. Где-то будет у нас еще там кафешка, где-то там будет детская комната, где-то что-то будет. То есть все потихоньку еще доделывается, то есть, но тем не менее это не мешает полноценно функционировать всему этому бизнесу. Вот, поэтому, друзья, однозначно стоит этот объект рассмотреть. Вот именно, ну, я не знаю, как вот пассивный или... Ну, будешь пассивный, наверное, доход однозначно. То есть вы что, ваша задача приобрести, а уже задача управляющей компании, допустим, управлять всей этой историей и приносить вам прибыль. Вот. Не знаю. Очень хороший объект. Крутая отделка фасадов, клево. Кто приезжает сюда, столько народу приезжает, просто немеренно. Я здесь столько знакомых встретил за этот период времени, сколько пребывал здесь, просто немеренное количество. Вот, Дмитрий Александрович, это вы, Дмитрий Александрович, это вы. Здесь можно посидеть. Вот я поднялся, сейчас запыхался, вот здесь можно посидеть. Здесь можно по горке пройти. Вот так. Вот сейчас там ремонтные работы ведутся, поэтому временно перекрыли. Смотрите, какой вид.
просто посидеть здесь тоже, отдохнуть, провести время. Я сейчас временно переехал сюда, в этот корпус. 40 дней меня терпели в первом корпусе. Больше терпеть не могут уже. Екатерина Андреевна еще не знает, вы ей не говорите. Я перебрался пока в четвертый. Я сказал, пока ты не закончишь ремонт, я не вернусь. Пыль у меня, аллергия дикая у меня, жуткая. У меня все чешется, раздражение. Зуд просто нереально. И вот вам еще бассейн около третьего корпуса. Третьего, четвертого корпуса. Прямо здесь есть бассейн, в принципе, удобно. Вот, смотри, никого нет. Ну что, не кайф? Кайф, конечно. Вода здесь горяченная, тоже теплющая. Виды хорошие. Харлов, как жизнь? Что, я переселился в четвертый корпус. Так что теперь будешь меня иногда видеть здесь, на этом. На тот я уже не смогу, как бы, ходить. Водичка просто кайф, даже трогать не буду. Знаешь, она просто кипяток, кайфовая, однозначно. Сегодня на море, да, бирюзовая вода, прям просто потрясающая, блин. Просто потрясающая бирюзовая вода сегодня. Красота просто, да и только. Дорогие друзья, ну что, вот вам, пожалуйста, Сочи как на ладони. Сейчас я туда срочно еду подписывать договор по ремонту квартиры. Вот, еще есть, надо посетить несколько объектов, успеть. Поэтому осветил, обещал нашим, собственно говоря, подписчикам. Я обещал, я, соответственно, осветил. Ну что скажете? Пишите в комментариях, пожалуйста. Я вам точно говорю, 1000000% это очень и очень... Смотрите, цена квадратного метра, да, дорого, я не спорю абсолютно. Ну, то есть, как, что дорого? Дорого по сравнению там, с 300, 400 за квадрат, 500 и так далее. Но если сравнивать, допустим, где взять и за сколько взять, то есть, допустим, взять, ну, я утрирую, сейчас просто скажу, да, взять по 1000000 рублей, ну, здесь дешевле чуть-чуть, чем за 1000000, но тем не менее, если разговаривать так, что взять за 1000000 рублей, допустим, в Лучезарном, или взять, допустим, там, за 700 тысяч, там, я не знаю, в Сочи парке, например, понимаете, с ремонтом, там, за 800, где-то в кислороде или еще где-то, конечно, взять Лучезар. Тем более, если вы говорите про то, что, если мы говорим про то, что это пассивный доход, рост цены квадратного метра, все равно будет расти. Вот смотрите, сегодня 800 тысяч рублей за квадрат, завтра будет 1000000 за квадрат, потом 1,5 миллиона за квадрат. Это неизбежный процесс, это не от нас зависит, это неизбежный процесс. Если бы у меня лежало там, опять же, там, энное количество денег, там, 100 миллионов или сколько-то, я однозначно прикупил бы здесь номер. Однозначно, не парясь вообще. Крутая территория, классная инфраструктура, красивая очень отделка фасадов, ну, хорошо работает управляющая компания, на крутых условиях, кстати, на крутых условиях. Это условия лучше, чем 70 на 30, понимаете? То есть у них очень хорошие условия, поэтому, то есть, можно спокойно, я бы им отдал, пускай бы они за ним. Заселяемость сейчас, наполняемость отеля просто шикарная, хорошая кухня. Ну и, конечно, основное преимущество для меня это то, что вот ты шаг шагнул, ты уже на море. Ну, крутяк, крутяк. Все, я вас обнимаю, на этом как бы точка. Просто имейте в виду, что эти апартаменты тоже у нас есть в продаже. Ссылочки на все социальные сети в описании под каждым видео, там гораздо больше новостей. Всем желаю счастья, здоровья, любви. Если вы в городе Сочи что-то продаете, это что-то у нас по цене рынка или ниже рынка, набирайте, подъеду, оценим, возьмем на продажу. Что касается, соответственно, еще, если вы хотите приобрести что-то в городе Сочи, друзья, ну вы поймите, я не могу все показывать на YouTube-канале, это просто технически невозможно. Все равно приоритет расставляем, работаем с живыми клиентами, потенциальными. Через день какие-то просмотры, показы, это живые люди, с ними нужно работать, понимаете? Потому что там и есть как бы, ну, заработок, и ты там можешь как бы прокормить свою семью, как бы, и мы ради этого и ходим, собственно, на работу, да, чтобы зарабатывать, и потом можно вот так вот хотя бы там недельку проваляться около бассейна и кайфануть. Тоже так же, вы понимаете же это, как и вы, так и мы, собственно, одна и та же история. Потому что выкладывать на YouTube все просто невозможно. Ну, не хватит, даже если с утра до вечера этим заниматься, невозможно это делать. Вот так вот походи по комплексу, поснимать, займет все равно 2 часа. Потом монтаж, потом это, потом то. Поэтому просто набирайте, говорите, Дмитрий Александрович, нам предложили в таком-то жилом комплексе или какие-то есть предложения, сделайте дешевле. Все, я вам просто сделаю дешевле. На 100, на 200 тысяч, на 500, на 1000000. Это моя задача сделать для вас лучшее предложение. И мы вам подберем. Вы говорите, у нас бюджет 5 миллионов. 10 миллионов, 20, 30, и мы вам подбираем, мы вам сразу присылаем. Потому что у нас база есть всех квартир, апартаментов, там, жилых помещений, земельных участков, домов с ремонтом, без первичек, вторичек. У нас все эти базы есть уже сформированы. Нам надо просто вам прислать. Вы же все равно обращайтесь все с одними и тем же запросами. Дмитрий Александрович, у нас 10 миллионов. Все, мы вам накидали. То же самое, что и накидали одному человеку, второму, третьему, четвертому. Вы посмотрели, ага, все, нам нравится, все, поехали на просмотр. Все, поехали, великолепно. Все, дорогие друзья, много болтаю, работа не ждет. Я вас всех обнимаю, всегда для вас на связи. Не то, что там бегите, покупайте, просто присмотритесь, еще раз говорю, хорошие варианты, я бы как бы купил себе, а вы уже смотрите по своим возможностям, по там рациональности и так далее. За 20, в принципе, миллионов можно и дом купить, я не спорю, вопросов нету, принимайте решение сердцем, головой, думайте по потребностям, что вам нужно, я вас всех обнял, семья, пока-пока. Вот, ну а так, потрясающий вид, классное место, хороший актив, пока-пока.